Всем привет, с вами Кирт 5, мы продолжаем играть в Dead Rising 3. Так, в прошлой серии мы убили психопатку Извращенку, и из нее выпали вот два вот таких вот пистолета, которые я, к сожалению, не взял. И вот сейчас я бегал, подбирал их. Точнее, подобрал лишь один. Давайте посмотрим, как он круто херачит. Так, не туда. Очень крутая штука, и по идее мы ее взяли, и теперь она появилась у нас в бесконечном количестве в сейф-зонах. Так, ну, там на самом деле валяется еще одна такая штука. И сейчас надо придумать, что нам потратить. Вот, вот это, снова бах. Мы с инвентарем. Отстаньте, отстаньте. Сейчас сюда. И да, и он туда дальше. Музыка все еще играет. А вон, кстати говоря, остался труп ее. И вот второй тактический пистолет. Интересно, ее труп физичный или нет? Нет, видимо. Нет, не физичный. Ну, так, что нам теперь надо делать? Теперь я не хочу выполнять задание, то есть завершать задание. Я хочу доехать и выполнить то побочное задание. Но сначала я тут вижу. Я тут вижу блюпринт. И блин, а как до него добраться? Эй. И там он еще фигурка. Ну ладно, может быть потом подгоним какой-нибудь грузовик большой. И заберемся. Так. Да, здесь можно проехать, отлично. Ой-ой-ой. Так, все, все правильно едем. Я стрелять не могу, да? Да, не могу. Ты, по-моему, должен быть где-то еще громкоговоритель. А, нет, нету громкоговорителя. Странно. Ну, зато тут есть вот какая-то статуэтка. Где-то. А где она? Хрен ее знает. А где она действительно? Что можно как-то сверху это там, наверх как-то можно попасть. Эй, не падай, не падай. Да, вот наверху какой-то мостик. А, окей, даже отсюда можно попасть наверх. Ну, тогда сейчас попробуем собрать ее, наверное, потому что вряд ли еще вспомню о ней когда-либо. Ну, да, вот. Даже не надо никак лезть. А свеженький? Нет. Давайте возьмем лучше потраченное. Так, а там вообще что? Просто хрен знает что. Это мы где оказались?
Окей, это какой-то другой город. Видимо. И блюпринт. Блюпринт. О, нет! Электрокрик. Ой, это, видимо, улучшенная версия электро... чего-то там. Энергокрик и аккумулятор. Ясно. Да, сейчас сделаем. А, так у нас был электрокрик, эй. Ну ладно, сделаем свеженький все равно. Мило. А этот, я не знаю, выкинем. Он не достанет тут? Нет. А, нет, достает. Смотрите, у него зона поражения-то охеренная. А он тех достанет? Нет. А, достал? Че, реально? Мне это нужно! Нет. Аккумулятор. То, что надо! Есть толпа, давайте на ней испытаем. Так, обычная атака и какая-то сильная. Ну блин, они на лестнице. На! Вот так! Эй, энергокрик, энергокрик. У нас гости. Все, все, все. Валим обратно. Тут тоже можно было залезть. Ух ты. Тут дракон. Он что не делает? Нет, он ничего не делает. Ну, из-за этой статуэтки мне уже лень как-то. Черт, отцепись! Направо сейчас. Я надеюсь, трамплин с моей стороны. А, нет, вообще все закрыто. Ну, тогда пешочком. Ой, говно какое-то, дубинка-то. А, на-на-на-на. Все, бежим, бежим, бежим. Беги. Эй, эй, эй. Не подставляй меня так. Тут можно собрать. О, да тут даже улучшенную. А, нет, обычную. Обычную можно энергокрик, точнее, собрать. Пронесло. Сюда можно войти? Массаж. И я тут вижу фигурку, которой тут нету. А, мы сюда, видимо, в будущем придем. По заданию. 50 метров. Нет, мне туда тоже лень лезть. Эй, все в порядке? Здесь больше негде укрыться, и ничего святого не осталось. Эй, спокойно, спокойно. В чем дело? Может, я смогу помочь? Я идиот. У меня была одна вещь, осталась от дочки. Медальон ее. Один тип предложил вывести меня из города в обмен на него.
Мне было так страшно. Я поддался страху и согласился. А он просто забрал его и бросил меня тут умирать. Жуть какая. Послушай, может, я смогу вернуть тебе медальон, если хочешь. Жить мне больше незачем. Я только хочу вернуть ее медальон. У меня такое чувство, будто я предал ее память. Если бы я вернул медальон, то смог бы простить себя. Ой, мне теперь медальон искать и бить кого-то. О, Мегамен. А, нет, не Мегамен. Ну ладно. Картина человек. Он ставится? Ну-ка. Поставился. Вот это круто. Это физично, действительно. Классно. Блин, не то. Чертушь оружие. Пистолет-перчатка. Вау. Это прыгалки? А ты прыгать можешь? Лет перчатка. Картонный силуэт и тренажер кузнечик. Ну ладно, ну блин, ну мне так понравился этот картонный силуэт. Вы посмотрите, какой он классный. По физике прям. Эй. Эй. Слушай, не-не-не, хватит. Или может у меня геймпад такой? То, что надо! Стреляет перчатка. Ух ты! Ну тогда без катаны мы будем. Ну и ладно. Так, вернуть медальон трое. А, день наступил. Ну, им не очень удобно управлять. И он, блин, он любой атакой только со второго удара убивает. Зато он дистанцию крутую держит. Ладно, оставлю. Чё это вы так все зарычали? Эй, эй, эй! Чё это ты поджарился? Тут? Нет, ничего новенького. Тут есть статуэтка, но она где-то, может быть, на улице. И блюпринт, нет? Да, и блюпринт где-то. Только где они все? Десять, девять, восемь. Куда идти-то? А, на второй этаж. Так, последний раз оглядимся. Окошечко. Нет там ничего. Если не хочешь проблем, вали отсюда, чувак. Я больше не занимаюсь извозом, так что иди себе. Слыхал, что босс сказал? Давай отчаливай, не то получишь. Супер массажер. Массажеры воздуходув. Туда вместо пальца используем.
90 патронов, это пулемет, что ли? Офигеть. Эта игра не перестает меня удивлять. Давай с тобой поговорим. Я здесь не за этим. Мне нужен медальон, что вы забрали у моего друга. В самом деле? Слыхал, Джесси, у его друга неприятности. Да он свой почему-то, и этот свой. Мистер Демейер, прикажете доставить его другу еще неприятностей? Открыть достижение, инженер. А за что его дали? Да, собрано 50 чертежей. Круто. И что мне с вами он делать? Он дочь потерял, между прочим. Он говорит, что отдал ее медальон, чтобы выбраться из города, а вы надули его. Деловой человек находит выгоду везде, где может. Кроме того, всем известно, что пути из города нет. Передай своему печальному дружку, что он сам скоро с ней встретится. Давай, топай. Вы могли бы проявить немного сострадания? А тебе надо преподать урок почтения. Чувак, ты посмотри, что у меня в руках. Да тебе ж трындец. Эй, эй. Выйдите, вы серьезно? Стой, погодь. Я не хотел этим заниматься. Я вроде как в долгу у него, как твой друг. Стоп, что? Я не мог отказаться, понимаешь? Эй! А я этого не хотел. Поверь мне, я бы с радостью сменил работу. Гляди, тебе же нужны охранники. Как тебе что? Так говорят? Что? Да, я не хотел так делать. Эй! Эй! Джесси присоединился. Погодите. Проявить немного сострадания. Так, дубль 2. А тебе надо преподать урок почтения, обсосок. Вот если я тебя убью. А, так он не подыхает даже вообще. Ну вообще насрать. Так, если я убегу. Оба, ну нахрена ты-то бежишь? Ё-моё. Тут чувак. Давай. Стой, погодь. Я не хотел этим заниматься. Кент погиб. Ну, ё-моё. В общем, хрен с ним, ладно, больше не хочу повторять. Ну, я думал, может, если этого нормально так побить, то и тот сохранит. Типа, они сдадутся, ёба, на мою сторону перейдут. Поверь мне, я бы с радостью сменил работу. Гляди, тебе же нужны охранники. Как тебе такой вариант? Ладно, только больше никакого рэкета, уговор? Пойдет. Не-не-не-не. А что, тебе не надо? Не надо. Идиот, блин, вывяжу. Он был вообще-то на самом деле слать, наверное. Девочка. Слать. Так, по идее у нас теперь двое будет в отряде, нет? Отстань. И, кстати говоря, давайте заодно сохранимся. И посмотрим, что будет, если второго чувака в отряд взять. Ведь мы же вроде не прокачивали, да? Максимальный размер отряда. Сейчас узнаем, что будет, если не прокачать. Переговоры зашли в тупик, но тем не менее держи. Хоть какое-то утешение.
Большое спасибо. Вы вернули мне ее частицу. Может быть, вы поможете мне подыскать укрытие? Знаете. Знаете, мне еще нужно прийти в себя. Не беспокойтесь обо мне. Я найду укрытие. Знаете, мне еще нужно прийти в себя. Не беспокойтесь обо мне. Я найду. Здесь теперь трой. В списке он, да? А, тут, тут же совсем рядом, буквально. Через дорогу. Так, а чего так резко стемнело? Останется, да? А ведь я все правильно бегу, да? Да. Ему обидно, если действительно кем-то можно было взять. Кстати говоря, теперь я хочу попробовать попасть. Ай, да чё ж лагает? Не лагает, вечно. Ну ты молодец. Вон туда. Ну хрен с тобой. Пошли, Кент. А, тогда же так нужно. А, так и этот тоже тут. О! 6 из 25 все равно мало. Ой. Теперь нам осталось только добежать и сдать квест тем чувакам. Так, по пути я все-таки забрался на электростанцию тут и так я примерно знаю, что сейчас будет. И о да, электрический пуск. Вот похоже, друзья нагрянули. Это оружие вроде, если ни с чем не путаю, вот, супер супер крутое. Светофор. Опс, нет, нет, светофор. Светофор. Теперь с вами всем делать. Хотел тишине, покой там скрафтить. Давайте уж доломаю я свои ножи. Появится место свободное. Не бейте, не бейте, не бейте. О! Фух, вот это вот круто. У него, смотрите, как он херачит. Он может херачить молнией. Видите, да, у него горит один огонек. Но удары молнией. Это слабенькая атака. А сильную атаку он атаку делает. И это супер круто. И у него прицел, к сожалению. А, выйдите. Так вот. На, на. Я, блин, там еще один был. Ну-ка, как тебя достать? Вот тут вот везде пробежаться, пробежаться. Тут, видимо, вот тут в конце лезть. Или нет, нет, не тут. Ладно, сейчас разберусь, как туда залезть. Окей. Надо бы забираться так же, как на предыдущий. Динолук. Это какой-то супер крутой лук. Арбалет и моторное масло. Погодите, чего? А зачем туда там фейерверки лежат?
Тульное масло. Ну ладно. Но тут же нету моторного масла. Странно. О да! Арбалет, моторное масло. А, погоди, не, это огненные стрелы. Одинолук. Ой, ну хрен с ним вообще. Делается он из фейерверков и лука. И посмотрим, что он делает. Где тут зомби? Ха-ха-ха! Нифига себе! Вау! Слишком. А то есть если не попадешь мне в зомби, то он не взрывается, да? Вроде попал в зомби, да? Нет? Ой, ну ладно, тогда я не буду просто так тратить патроны. Сколько? 8 осталось, ну ладно. Так, теперь бежим до задания. Так, пришли. Лучше бы им быть здесь. Круто. Там какой-то чертеж. Ну, видимо, на втором этаже, что ли. Ну, а тут... Опа. Зря это оружие взял. Надо вот это взять. Тут у нас Фрэнк. Ну, статуэтка. Статуэтка Фрэнка. Статуэтка Фрэнка. Второй этаж. Классно, красивый мотоцикл. Спортивный. Я не знаю, есть ли он у нас или нет. Но, правда, по-моему, я уже садился на спортивный. Коктейль. Так, еще один чертеж. Перчатки с ножами. О! Будем росомахой. Боксерские перчатки и поварский нож. Вау, двоих? А как он так двоих-то вынес? Ну-ка, оп. Тут круто, тут реально круто. Баскетбольные шорты. Не знаю, как насчет этого. Баскетбольные кроссовки. Нифига, нифига уносит. Я чувствую, что где-то тут Фрэнк. Фрэнк, да, ты тут. Ну-ка, давайте хедшот попробуем поставить. Хедшот. Ну все, теперь все видим, что видел. Пособирал, и теперь действительно нужно серьезно. Так, перчатки. Я, кстати, сильную атаку смотрю. Вот так вот. Это мне больше нравится, чем те, которые с мотором. Это я. Мы пришли, а она мертва. Ну что, Ник, по-прежнему веришь, что правительство нас спасает? Я сам все увидел. Тетка из телевизора, подручная Хэмлока, она убивала выживших. С чего вдруг? По крайней мере, когда все это выплывет наружу, восторжествует справедливость. Справедливость? Справедливостью Энджел не вернешь. Никого из нас не вернешь. Иногда я не понимаю, зачем мы вообще боремся. Вот зачем! Погляди на нее, Ред. Она была одной из нас, а за семью мы всегда боремся до конца.
Эй, извини за предубеждение. Не сразу поймешь, кому можно доверять. Пойду встречусь кое с кем. Да буду для тебя топливо. Ну и ты мне поможешь. Встретимся на башне через пару часов. Я выдам тебе топливо, и мы все свалим из этой дыры. Вместе. Хорошо? Пошли. Увидимся, бро. Игра успешно сохранена. Счастье. Классно, классно все смотрится. И не перестает удивлять. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, с вами был Кирт5, всем пока!